Всем привет! Вы находитесь на моем канале My History from Russia. Сегодня хотел погулять по Москве-реке, записать новое видео, более интересное какое-то, но не сложилось, потому что за окном идет ливень. По крайней мере, он сейчас начнется, я вижу по погоде. Поэтому приходится записывать таким кустарным методом. К сожалению, места и времени у меня записывать новые видео про визу пока нету, но я продолжу эту тенденцию. Также, к сожалению, нету и времени путешествовать, потому что выходных вообще не существует у меня практически. Но чем я вообще занимаюсь? Я занимаюсь и тем же, постоянно на работе. Очень редко получается погулять, а даже если погулять, но камеру с собой не беру. Начал собирать наклеечки для танчиков. Это европейская коллекция. По ней, не помню, называется Work of Tanks, кто знает, сейчас могу даже показать. Короче, вот такая вот штукенция, и там вот наклейки надо это засовывать. А я думаю, в киосках вообще по всему миру видели такие, может быть, что-то как-то по-другому выглядит, но я думаю, видели. Что еще? Сегодня иду за картой, международной картой студента, которая вот наконец-то мне пришла, надо ее только забрать. Кому интересно, можете меня спрашивать в личном сообщении, она, кстати, очень дешевая, там, недорогая совсем. Вот. Но скидки достаточно большие от нее. Ну, я думаю, в скором времени, наверное, видео сделаю, может быть, даже завтра. Сегодня в Москве, по-моему, 11 июля. Кстати, в продолжение хотел сказать, что я наконец-то забронировал квартиру себе в Нью-Йорке. И теперь, в принципе, у меня есть и билеты, и квартира. Осталось так, только на внутренние нужды проживания там. Вот. Кто сейчас находится в Нью-Йорке или кто будет в сентябре в Нью-Йорке, я только буду рад встретиться. Так что пишите мне ВКонтакте, ссылочка будет внизу. Ну и, конечно же, буду вас ждать на Google Plus и просто в подписчиках у себя на канале. В общем, увидимся. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.